Да ладно, не бойся, никто не бойся, свои. Никто не заберет. Соску никто не заберет, деньги, честно. Никому не отдам. Все вкусно, ой, молоко, ой, все вкусно. Сама бы ела. Но нельзя быть. Сколько ему? А, 2 месяца. Такой, или 3 уже, господи. Сейчас, а сейчас... 28-го ему со Светиком. 2 месяца? Да ладно. Он 2. Должен больше весить тогда. Он больше должен, да. Не отстает он. Отстает. Иди с тобой, не бойся сейчас. Боря? Чего? Чего? Ты не бойся. Боря, иди с тобой. Мама сейчас похожа. Не бойся, Боря. Другую соску не хочешь? Конечно. Ой, ты что, ты, конечно. Может, увеличить еды? Нет? Нет, ему сейчас... Ему вообще надо было на 2 раза молоко переводить. Я не перевожу, потому что зеленки мало ест. Но сейчас вот он бульмени начал. Он уже насколько долго не хотел еще кушать. Вот это еда, скажи, гора еды. Да, сейчас раскушал он. Пустые ветки лежат, полностью обгладывают. Молодец. Скажи... Все-таки мамки нет, учить, научить особо некому, да? Нас не очень понимают. Жевали-жевали, в рот пихали, скажи, ну что делать? Пока распробуешь. Начинает отпищать. Нет, тут вкус, можно опять чуть-чуть подпискивать. Сюда! Пищалка. Пищалка, да. Да, вот. Пищал. И рожки растут, да? Растут, тут вон такие бугорочки уже приехали. Ну, скоро будет мал. Ошейник тебе новый будем, да? Будем новый, скажи, ошейник мне. Конечно. Скажи, мамка редко заходит. Скажи, мамке дел много очень. Мамку. Уж кормление вы не выросли, он зайдет. Зайдет, скажи, все равно. Прибраться, покормить, воду поменять, я скажу, почаще возьму, почаще. И...